Финал 2000 метров препятствий. Елена получает медаль победительницы, она же получает приз за победу в соревнованиях. Поздравляем Елену, ее тренера, лучшего тренера России Евгения Петровича Загорулько. Второй призер соревнований Елена Толчина, Санкт-Петербург. Тот же результат 1,92 сантиметра. Ее тренирует Игорь Викторович Круснов. На третьем месте Светлана Залевская, Казахстан, 1,84 сантиметра ее результат. Воспитанница заслуженного тренера России Николаевича Фролова. Вот очень приятно, что как бы из совета поколения... Заслуженный тренер Юрий Иванович Анисимов. Серебряная награда вручается Елене Синютиной, мастеру спорта международного класса из Санкт-Петербурга. Результат 7,99 секунды. Тренер, заслуженный тренер России Алексей Вячеславович Баталов и заслуженный тренер России Борис Викторович Щенников. Бронзовая награда вручается Александре Паскиной, мастеру спорта международного класса из Москвы. Ее результат 8,04 секунды. Тренирует спортсменку Вера Николаевна Акимова. Награда зимнего чемпионата России за победу на дистанции 2000 метров с препятствиями вручается мастеру спорта Людмиле Куропаткиной, Московской области. 6 минут 20 и 12 сотых. Ее тренирует Евгений Михайлович Золотов и заслуженный тренер России Вячеслав Макарович Евстратов. Внимание, финиш! Второе место завоевала Марина Плужникова, Нижний Новгород. 6 минут 28,80 сотых. Ее тренируют Владимир Петрович Пушкин и Николай Николаевич Плужников. Бронзовая награда вручается Наталье Черепановой, город Омск, 6 минут 31. Надо сейчас водки, блядь, две бутылки попить, блядь. Допустим, Республика Татарстан, 17 метров 34 сантиметра. Александр Петрулин, Брянская область, 17,02. Юрий Сотников, Санкт-Петербург, 16,53. Геннадий Марков, Ставрополь, 16,41. Игорь Савуткин, Хабаровский край, 16 метров 71 сантиметр. Олег Сакюкин, Казахстан, 16,69. И Олег Краковский, Самара, 16,88. Внимание! Представляем участников третьего. Уважаемые зрители, и теперь самое интересное. Вот так уж получилось, что третий забег мужчины дистанции 1500 метров венчает программу сегодняшних соревнований. Очень сильные и интересные бегуны вот сейчас на беговой дорожке. Давайте с ними знакомиться. Андрей Лохинов, номер 5, второе место на зимнем чемпионате России прошлого года, 3,50-18, второй в списке лучших 93-го года, 3,37-70. Олег Палько, он снова четвертый место на мемориале в Ракетинске. Сергей Мельников, Ярославской области, его номер 162, первое место на чемпионате России летом 93 года. Вот эти спортсмены сейчас 96 номер у Андрея Михайлько, Санкт-Петербург. Он сейчас возглавляет бег.
Забег продолжается. Третий финальный забег 1500 метров. А теперь все внимание к пьедесталу почета. Исполнительный директор Федерации легкой атлетики России, заслуженный тренер России Виктор Алексеевич Шпак вручает награды зимнего чемпионата России. Первый место в беге на 200 метров у женщин завоевала Юлия Сотникова. Результат 23.44. Воспитатель Юрьевича Кузнецова. Поздравляем Юлию, ей сейчас вручается медаль, чемпионский приз. Поздравляем ее, Леонид Юрьевич Кузнецова, с успехом спортсменки на соревнованиях. Серебряную награду Елену Дубцовой. Владимир Андреевич Лаврентьев тренирует спортсменку. И третье место Марина Жирова, Москва. 24,2 ее результат. Ее тренирует Людмила Владимировна Федорива. Международного класса Иркутская область. Он попал в снаряд на 20 метров 20 сантиметров. Тренирует спортсмена Игорь Иванович Брашник. Вторая награда вручается Сергею Николаеву, мастеру спорта международного класса из Санкт-Петербурга. Его результат 19 метров 61 сантиметр. Тренер Наталья Николаевна Акременко. Третья награда вручается Вячеславу Лыко, мастеру спорта международного класса из Московской области. Результат 19 метров 60 сантиметров. Тренер, заслуженный тренер России Владимир Георгиевич Сафонов. Ну а теперь мы наблюдаем за финишем. Внимание, финиш! Побеждает Вячеслав Шабунин. Поздравление Екатерине, ее тренеру Сергею Дмитриевичу Епишину. Серебряные награды вручаются заслуженному мастеру спорта Людмиле Рогачеву. Так, воспитывайте. Наблюдаем с вами за финальными попытками прыгунов с родным, а все первое место 17-16, 17-24.
его 17-75 попытки. А Пинта, Александр Петрухин, прям. Затем Олег Раковский. Посмотрим, как нам последует сейчас выполнить заключительные попытки. Белый флажок. Денис Капустин, ждем результат, который вспыхнет сейчас на маленьком электрическом указателе. Это 18-23. Очень стабильно прыгает Денис сегодня. Но и Василий Соков, многоопытный Василий Соков. Давайте подождем ручка. Далекий прыжок, но...